Всем привет, друзья! С вами канал Кулинарим с Людмилой, и я Людмила. И я вот приготовила уже миксер, короче. Вот, и делаю, я сегодня уже делала крем, значит, кокосовый, с кокосовой стружкой. Это я буду завтра, ну, собирать тортик и украшать, да? И мне нужны будут два крема. Вот один крем я сегодня уже сделала, значит, с кокосовой. А теперь я делаю очень вкусный и простой, и быстрый крем. Это для украшения торта или капкейков, там кексиков. В общем, я завтра и кексики тоже буду украшать. И вот нам понадобится 125 масла. Это я делаю наполовину нормы, то есть целое будет 250 масла. И банка сгущенки. Я делаю наполовину, делаю 125 масла. Но масло должно быть температура 21-25 градусов. Вот так. Чтобы они одинаковые были по температуре со сгущенкой. И пол банки сгущенки. И сейчас я буду все взбивать миксером. Вот так вот, друзья, взяли лопаточкой со стен, все соскребли. И сейчас снова будем. Как только у нас будет отделяться крем, пустоты появятся, значит, у нас уже наш крем готов. Так, еще взбиваем. Вот такой крем должен у нас получиться. Вот такой твердый. Вот, видите? Вот так держится. Вот такой. Вот. Видите, вот такой хороший крем. Теперь я буду перекладывать его уже в мешочек кондитерский и вот с такой насадкой. Вот такой насадкой завтра буду украшать тортик. Кому интересно, оставайтесь со мной. Этот крем очень вкусный. Очень вкусный. Ну, сами понимаете, сгущенка, да? Кто ее